Друзья, привет, вы на канале Воколесо, и в этом видео мы с вами посмотрим шину Nitto Thermos Spike. Именно это модель 2015 года, но на нашем канале обзора как-то не было. Был такой небольшой лайв, чтобы показать рисунок протектора вживую, но как-то до обзора руки не дошли, но сейчас дошли. К сожалению, это 2019 год, но тем не менее мы с вами ее посмотрим. И посмотрим, как всегда, конечно же, особенности рисунка протектора. Мы разберемся, какие технологии были применены в этой шине, разберемся, какие отзывы есть уже по этой шине, а благо они уже есть, потому что шина эксплуатируется уже несколько сезонов, и люди, они уже кое-что знают на своем собственном опыте. Также мы с вами посмотрим, насколько мягкая или жесткая боковина у этой шины, мы с вами взвесим эту шину, посмотрим глубину рисунка протектора, измерив специальным прибором. И мы не забудем с вами измерить жесткость шины по шору, то есть измерим жесткость именно самого состава смеси и сравним с некоторыми теми моделями, которые уже у нас измерены на этот счет. Их, правда, немного относительно того количества огромного видео, которое есть на нашем канале, но тем не менее прибор появился у нас недавно, и мы все-таки это начали делать. Таблица уже потихонечку составляется, и это очень здорово. Ну а начнем мы, как всегда, с рисунка протектора. Хотя постойте, давайте лучше начнем с того, что Nitto — это концерн Toyo, то есть шины Nitto и Toyo — это, по сути дела, одно и то же. Ну, естественно, модели разные у них, и это не то, что как у Кумха и Маршала, что это вообще одно и то же, или, например, у Кармарана и Тигара, что вообще одно и то же. Здесь все-таки модели разные, и шины, несмотря на то, что они производятся даже на одном заводе, они имеют разные рисунки протектора, но у них есть свои пересечения, о которых мы тоже поговорим. А рисунок протектора ярко выражено асимметричный. Это не очень типичный для 2019 года, потому что в 2019 году очень многие шинники начали выпускать исключительно направленные шины. Даже тот же Continental, который испокон веков, в общем-то, практически выпускал асимметричные шины, начал выпускать направленные. Но, тем не менее, это 2015 год, может быть, не та и следующую модель. А постойте, как же может быть? А как же Toyo Ice Freezer? Она вот как раз-таки направленная, и именно с ней пересечения есть, о которых мы вот-вот скоро поговорим. Но здесь рисунок протектора асимметричный, должна быть надпись Inside, я надеюсь, что я ее быстро найду. Ее не знаю, но вот Outside я нашел точно, то есть шина асимметрична, а Outside — это внешняя сторона. Таким образом, после монтажа эта сторона у вас должна смотреть наружу. И у нас есть отдельное видео, почему шины будут смотреть в разные, так скажем, стороны. Ведь если вы наденете Outside, в общем-то, на левой стороне, эта шина будет смотреть сюда и вращаться вот так, а если вы ее оденете на правую сторону, то шина будет уже смотреть в другую сторону. И очень многих это смущает, но у нас есть видео, я уже говорил, посмотрите его обязательно, там об этом все рассказывается. И надо сказать, что рисунок протектора очень агрессивный. Вы видите, что есть такие очень агрессивные водоотводы в эту часть, а здесь, в общем-то, канавки очень и очень широкие. Кстати, давайте возьмем наш штангенциркуль, я за ним тянусь, и вот он у меня в руках. Сейчас самое широкое место измерим. И оно у нас сколько получается? Ну, около 8 мм. Соответственно, 8 мм — это достаточно широкие канавки, которые отвечают за то, чтобы гребсти по снегу. И здесь, конечно же, все в полном порядке. Шина будет гребсти просто отменно. Потому что она сама по себе, видите, такая широкая. Прям канавки широченные и здесь, и здесь. И тем не менее, конечно же, с водоотводом тоже будет все в порядке. За снег также отвечают вот такие вот зубцы. Посмотрите. Ну и давайте измерим глубину рисунка протектора. Первое измерение будет — это полная глубина рисунка протектора. Это внушительные 10 мм. Конечно же, неудивительно, что многие люди говорят, что эта шина практически идеально работает в снегопады различные, то есть когда снега реально много. Далее индикатор износа, так называемый зимний. Зимним он называется, потому что до него нарезаны ламели. То есть когда шина стирается до этого индикатора, то ламели практически исчезают, и шина теряет свои фрикционные свойства. И до него у нас здесь 5,5 миллиметров, то тоже достаточно приличный показатель. И есть еще один индикатор, он, в общем-то, считается основным. Посмотрите, это такой треугольничек. Это когда шину вообще пора заменить, то есть ездить на ней нельзя. До него 7,6 миллиметра. Это имеется в виду что? Что шину можно докатать летом. Так многие думают, но я, честно говоря, не сторонник такой позиции, но все-таки многие это делают. Как-то уж больно бодро видео началось, и вы можете подумать, что я
тут сейчас буду ее рекламировать, что она самая идеальная. Нет, минусы у нее тоже есть, и мы по ним, конечно же, пробежимся, но сначала закончим с рисунком протектора. Кстати, вот видите, такие вот здесь использованы интересные моменты внутри протектора. Они созданы для чего? Они, во-первых, подпирают блок, чтобы он был более монолитный, то есть чтобы он, так скажем, под нагрузкой не расшатывался. Это официальная версия компании Nitto, это указано на сайте. Но также, конечно же, эти места будут участвовать и в работе в снегу. Это тоже большой плюс. Проводоотвод, я сказал, он будет обеспечиваться не только этими канавками, но и всеми остальными, которые здесь абсолютно сквозные. Посмотрите, из любой точки пятна контакта вода будет отводиться прекрасно. Компания Nitto говорит, что использован 3D-ламели. Они у всех шин сейчас именно такие, какую не возьми. Поэтому здесь ничего такого удивительного нет. Шина будет, да, иметь неплохие фрикционные свойства. И помимо шипов на льду они тоже будут работать, эти самые 3D-ламели. По поводу шипов хочу сказать, что они абсолютно такие же, как и на Toyo Ice Freezer. На новой шине использованы шипы 2015 года. Я, честно говоря, об этом не знал. И поэтому не сказал в обзоре по Toyo Ice Freezer вот такой вот интересный нюанс. С шипами не поработали на Ice Freezer, а использовали такие, какие, в общем-то, используют уже много лет. Тем не менее, сборники стружки здесь вот в таком виде выполнены. Не знаю, почему не сделать было просто по кругу или более часто. Ну, может быть, чтобы шип получше сидел. Тем не менее, они вот в таком виде, в форме таких вот, не знаю, отверстий. Еще кое-что бросается в глаза по рисунку протектора. Посмотрите, на боковинах очень крутые вот такие вот зацепы. Сделаны они для того, чтобы хорошо шина вела себя как в рыхлом снегу, так и чтобы она имела зацеп в колее. То есть шина вот с такими вот зацепами и шина скандинавского типа, которые отличаются не скругленными, а вот такими достаточно остроугольными переходами протекторной ленты непосредственно в боковину. И там, где есть вот такие зацепы, конечно же, шина при повороте, если вам нужно выбраться из колеи, вы наверняка по нескольку раз зимой с этой проблемой сталкиваетесь, что надо выпрыгнуть из колеи. И шина, конечно, которая имеет вот такие зацепы, имеет значительно больше шансов быстро этот момент победить, так скажем. Кстати, пока все это говорил, заметил еще, что на этой стороне шины и на этой стороне шины вот эти зацепы не одинаковые. Посмотрите, здесь их, в принципе, не то чтобы нет, но здесь они прям такие агрессивные. Но это внутренняя часть. А это внешняя часть. Скорее всего, сделано это для того, чтобы шина была немного тише. Потому что, безусловно, такие зацепы, они на скорости из-за набегающих потоков воздуха будут шуметь. Но в остальном вы видите, да, что шина нацелена именно на такие снежные условия. По ошиповке, конечно, здесь тоже все вроде бы как в порядке, но шипов, надо сказать, не очень много, но визуально. Ну, конечно, когда вышел XS Nord 4, потому что шипов на ней действительно безумное количество, здесь же шипов не очень много, но, друзья, это имеет свои плюсы, надо сказать. И это очень важно, потому что еще там лет 15 назад компании шины просто отрицали то, что они будут сажать шипы внутрь, собственно, протекторной ленты, то есть вот сюда, внутрь, имеется в виду. Но сейчас мы видим, что шипы сейчас у всех шин практически по всему пятну контакта разбросаны, а раньше это делалось для того, чтобы шина имела хороший зацеп с асфальтом, то есть понимаете, да, что шипы, они все-таки удлиняют тормозной путь автомобиля на асфальте, и чтобы шина лучше цеплялась за асфальт, шипов здесь не было. Но вот здесь, смотрите, интересно сделано, то есть линия шипов идет, вот так вот здесь пересекается с этой линии и идет дальше. То есть вот такими вот, так скажем, крестами сделано. Ну, интересное решение. Вообще Nitto и Toyo такие достаточно самобытные компании, у которых действительно есть много таких технических решений, о которых любопытно поговорить. Но возвращаясь к шипам, я хочу сказать, что шип такой интересный, потому что фланец у него круглый, посмотрите, но сам шип пятигранные, а на этих пятигранях есть еще вот такой вот наплыв квадратный, то есть все это должно обеспечивать очень хорошую уверенную управляемость именно на льду. Но льда прям часто не бывает же у нас, иногда бывает, допустим, ледяной дождь идет в около нулевые температуры, и, конечно же, это будет помогать. Но также будет помогать, конечно же, и рисунок протектора, который очень крупный, но надо измерить его обязательно жесткость. Давайте это сделаем прямо сейчас. Первое измерение 53,5, второе измерение 56 единиц.
обзора. Третье измерение 55,5. Ну и давайте, если вам интересно, попробую еще вот так вот ее помять немножко. Шина очень такая плотная, состав смеси жесткий. В общем-то, ничего удивительного для Тойо я не вижу. Действительно, шина такая прям суровая, действительно мягкая, комфортная. Ее назвать, конечно же, очень и очень тяжело. Итак, 55 единиц шора. Это хороший, неплохой, средний показатель. То есть шина по составу смеси будет достаточно средняя. Но, вы знаете, это хорошо для истираемости, в плане того, что шина будет достаточно долговечная. Но цепляться за асфальт, есть шины, которые будут и лучше. Но здесь, в принципе, у шины за свои деньги вполне приличный показатель, потому что все-таки Nitto Thermospike — это такой вариант, ну, не сказать бюджетный, но из среднего ценового сегмента, может быть, даже из нижнего среднего ценового сегмента. Но по протектору вроде бы я все рассказал. Рассказал то, что он будет хорошо цепляться. А, кстати, еще такой любопытный момент, что каждая шина направленная, у которой есть ярко выраженное продольное ребро, которого у этой шины нет, будет, конечно же, выигрывать у нее по курсовой устойчивости. Здесь по курсовой устойчивости будет, ну, все как у любой асимметричной шины. То есть показатели будут такие, знаете, ну, средние относительно, конечно же, направленной шины. Посмотрим, что же указано на боковинах. Там страну выпуска и так далее, слойность каркаса. Мы сейчас, друзья, с вами посмотрим. Итак, 215, 65, 16. 215 – это ширина шины. 65 – это высота профиля в процентах от ширины. То есть, если вы хотите узнать, сколько здесь в миллиметрах, вам нужно 215 умножить на 65%. R – это радиальная конструкция шины. Никаких радиусов у шины нет. Есть посадочный диаметр. Соответственно, посадочный диаметр – это 16 дюймов. И чтобы узнать, если вам это, конечно, нужно, сколько же это в миллиметрах, вам нужно 16 умножить на 25,4. 98T – это индекс максимальной нагрузки и скорости. Это обозначает то, что шина может выдержать максимально 750 кг или 3 тонны на комплект. А T обозначает, что на шине можно разогнаться до 190 км в час. Хотя делать этого, безусловно, не надо. Надо соблюдать правила дорожного движения. И как узнать, подходит ли эта шина по данным параметрам для вас? Вам нужно взять свидетельство о регистрации транспортного средства на ваш автомобиль. Там указана максимально допустимая масса вашего автомобиля. И она должна быть меньше, чем выдерживает шина. То есть шина должна выдерживать больше. И тогда можно сказать, что шина по этому параметру вам подходит. Хотя я, честно говоря, не встречал ни разу, чтобы размер подходил, допустим, а параметр индекс максимальной нагрузки нет. Ну, может быть, у кого-то и встречалось. Итак, тюблис обозначает, что шина бескамерная. Иногда вы можете встретить в интернет-магазинах три буквы TBL. Это обозначает то же самое. Тюблис, бескамерная шина. Steel Belted Radial обозначает, что шина имеет стальной брекер. Об этом мы тоже, конечно же, посмотрим, когда дойдем до слойности каркаса шины. Radial обозначает радиальную конструкцию шины, ну, равно как и буковка R. И эта снежинка в трехпиковом холме в соответствии с европейским законодательством с 2018 года должна наноситься на все зимние шины. Но вы скажете, она и до 2018 наносилась? Да, друзья. А до 2018 года она обозначала минимально допустимое сцепление со снегом. M плюс S обозначает, что шина будет хорошо себя вести на слякоти. M – mud, это, собственно, грязь. S – snow, то есть mud плюс snow обозначает по-русски слякоть. То есть шина для таких слякотных условий очень хорошо подходит. Так, дальше вот вы видите, что есть такой мелкий шрифт. Это типичная американская история. Здесь указано, что шину не надо перекачивать, не надо одевать на другие диски, кроме как 16 и так далее. Ну вот, собственно, да, вы видите. Далее указывается максимальная нагрузка, о которой мы уже с вами поговорили, максимальное давление, которое можно закачать в эту шину. 44 PSI – это фунтов на квадратный дюйм, 44 фунта на квадратный дюйм. Соответственно, это обозначает 3 атмосферы на русский язык. И шина Studable, то есть она может быть шипованная. Но может быть и не шипованной. И в Россию поставляется исключительно шипованный вариант. То есть, если вы видите, что шина не ошипована, значит, вы либо ее приобретаете не в России, либо она просто какая-то серая. То есть, серые поставки, может быть, серый импорт и так далее. Об этих всех тонкостях есть тоже отдельное видео, вы можете его посмотреть. Дальше указано Nitto, очень красивая надпись, и слойность каркаса шины, которая указывается, кстати, не на всех шинах, но там, где есть, это очень здорово, потому что Plyce, Тред,
То есть тот слой, который соприкасается с асфальтом, внутри имеет двойной стальной брекер, двойной слой полиэстера, один слой нейлона. Круто, это хорошо. В принципе, достаточно такое серьезное армирование, потому что есть шины, у которых есть двойной стальной брекер, но дальше один слой полиэстера и один слой нейлона. Здесь два слоя полиэстера, то есть шина прочная. И сайдвол — это двойной слой полиэстера. Тоже обычно используется один слой, то есть еще раз могу сказать, что шина очень крепкая. Значит, дальше. DOT обозначает то, что шина сертифицирована для продажи на территории Соединенных Штатов Америки. Потому что DOT это Department of Transportation именно США. Рядышком с DOT указано 4 буквы CMHB. Соответственно, этот код нам говорит о том, что шина была изготовлена в Малайзии, а завод находится в городе Тайпин. Едем дальше. Inside — это внутренняя сторона. Здесь все понятно. Made in Malaysia тоже понятно. Шина произведена в Малайзии. Собственно, код нам об этом уже сказал. E4 обозначает, что шина была сертифицирована для продажи в Евросоюзе, а 4 обозначает, что сертификат был получен в Голландии. Все, в общем-то, как обычно. NTSPK. Ну, собственно, Nitto Thermospike. Здесь все достаточно понятно. Давайте перевернем на другую сторону эту шину и посмотрим, есть ли какие-то интересные маркировки, которые не продублированы. Сразу скажу, что не продублирована дата выпуска. Вот она, 19.19. Продублирован, кстати, CMHB, то есть завод в Тайпине здесь тоже обозначен. А вот эти вот три буквы, которые AVA рядышком с датой изготовления 19 недели 19 года, обозначают партию этих шин. Outside, соответственно, внешняя сторона. И здесь указан такой штрих-код. В этом штрих-коде зашифрованы абсолютно все операции, которые были сделаны с шиной, когда она была на конвейере. То есть здесь зашифрован на абсолютно все. До минуты, до секунды, когда она сошла с конвейера, номер смены, номер с комплектовщика, все здесь указано. Дальше указаны вот такие вот интересные зеленые символы. Желтая точка обозначает самое легкое место в шине. Ее обычно совмещают с вентилем. Таким образом, балансировка шины происходит несколько лучше, нежели если этим правилом пренебречь. И поэтому у нас есть аж два видео. Тоже можно подробно об этой теме посмотреть, изучить, если вам это, конечно, конечно же, интересно. Все остальное вроде бы повторяется, все остальные маркировки абсолютно такие же, и поэтому давайте резюмировать, потому что мы вроде бы с вами посмотрели все и даже больше. Итак, Nitto Thermospike в размере 215/65/16. Так, 12,3 килограмма. Да, шина нелегкая, да, шина тяжелая. И это, конечно же, не будет положительно влиять на ее экономичность, но экономичность дело такое, знаете, просто есть ряд факторов, которые влияют. Сопротивление качению, рисунок протектора, состав смеси и вес, конечно же, это не последний момент, который влияет на экономичность. И здесь шина, конечно, тяжелая, это будет ощущаться. Также будет ощущаться то, что боковина у нее прям такая мощная, очень-очень толстая, очень похожая на Бриджстоун. Кстати, если вы ездили на Бриджстоуне, то здесь сравнительно примерно, ну, что-то похожее. Она такая толстая, она не очень эластичная, поэтому шина будет, да, ощущаться достаточно такой, ну, не очень комфортной, надо сказать. Соответственно, хочу сказать, что шина, в общем-то, за свои деньги весьма неплоха. У нее есть свои плюсы и сильные стороны, которым можно отнести очень хорошую работу со снегом, со снежной кашей, с водоотводом, безусловно, у нее будет все в порядке. Шина позволит вам уверенно себя чувствовать в любые снегопады. На льду она тоже не спасует, нужно, конечно, быть все-таки немножечко более благоразумным, но, тем не менее, шина и там вас не подведет. У нее могут быть проблемы с шумностью, то есть шина может показаться вам несколько шумноватой, не без этого такой. Уж протектор — это плата за вот эту вот работу в снегу. Шина может вам показаться не очень комфортной и по эластичности, то есть она достаточно плотная, такая жесткая. Она будет не очень экономичная, но свои плюсы у нее определенно есть. Это, конечно же, как я сказал, снег, это снежная каша, это такой слякотный период может быть, но, опять же, на асфальте она может немножечко пасовать. И, конечно же, еще одна из очень сильных сторон — это боковина. Шина абсолютно беспроблемная в этом плане, она не боится ни боковых порезов, ни каких-то глубоких ям, то есть ее надо очень сильно приложить, чтобы с ней что-то случилось, поэтому это ее
тоже, безусловно, плюс. Если эти плюсы для вас важны, конечно же, рассмотрите эту шину к приобретению, тем более стоит она совсем недорого. Все, друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если эти видео вам нравятся, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, потому что это дает нам лучшую мотивацию делать эти видео и дальше. Все, друзья, спасибо большое и пока-пока.